Привет, задроты и задротки, все другие хорошие люди, с вами Мисс Кэт. Мы сегодня играем в Meet the Robinsons, продолжаем наши великие похождения. И для начала, наверное, восстановимся немножко. Блин, а как она меня не увидела? А, нет, увидела. Тихо. Вот самое неудобное здесь, это вот это вот дебильное управление, которое постоянно переключается. Я тупо попасть ни почему не могу. Просто автоматически все переводится, я не знаю, как это еще назвать. Так, давайте, наверное, будем везде ходить, сейчас посмотрим, что тут есть. Тут довольно-таки тоже должен быть объемный уровень. В плане количества, блин, как это называется, локаций. Так, я надеюсь, эта хрень нас сейчас не убьет. Не, не должна. Так, что у нас тут есть? Здесь мы явно не пройдем, это я точно знаю. Так, давайте глянем, что мы можем тут, может быть, отсканировать. А, ну вот это вот мы можем отсканировать. А, ладно. Так, силовое поле 5000. Так, силовое поле 5000 из Улья. Задержите Хоплита с силовым полем будущего. 100% гарантии эффективности работы. Будет вакуум при надевании перчаток. Угу. Так, здесь у нас что? Так, это мы убираем и смотрим, что мы еще можем отсканировать. Сканировать будем все. Я уже говорила, что у меня теперь будет паранойя на эту фигню. Но я хочу, чтобы были все концепт-арты, поэтому ничего не знаю, ребят. Так, что у нас тут есть? А, вон туда вон можно попасть, я так понимаю, да? Так, ну-ка. Вон туда. Не, не достает он так далеко, но это, в принципе, и логично. Было бы странно, если бы он достал. Давайте сейчас маленько подзарядимся и пойдем исследовать местность. Локация здесь должна быть большая, даже очень. Вот, а теперь еще и бронированные эти хрени. А, они еще не нападают на нас, нифига себе. Да, возможно, в этой серии будет много криков. Потому что я, блин, этих сволочей боюсь, прям как я не знаю кого. Не знаю почему. Я еще, блин, хотела записывать хорроры, и я не знаю, что со мной будет после них просто. Если я, блин, пугаюсь обычной таракашки. Но посмотрим. Да, будем часто хилиться, потому что, блин, хуже не будет, согласитесь. Ничего плохого в том, что ты постоянно будешь на подхиле. Так, и вот так. И что у нас тут? И тут у нас новый чертеж. Да, надо будет потом все это дело смотреть, проверять, что у нас там, кого, куда. Но это будет чуть-чуть попозже. Сейчас пока в этом тупо смысла нету. Потому что я так до сих пор и не разобралась, что и тут, и куда делать. В плане вот этих всех читов и прочего. Потому что должен быть какой-то чит, чтобы как раз увеличивать количество вот всех вот этих найденных нами элементов, чтобы тогда мы могли как раз исполнять все эти чертежи. Но как это делать, я не помню и не искала. Вот прям не знаю, или мне настолько лень, или мне не хочется просто смотреть, хочется допереть самой. Вот сама не знаю, как вам тут правильнее сказать. Блин, это неудобно. Ай, ай, не бей меня, не бей меня. Тихо, тихо, ребят. Не торопимся. Не торопимся, мать твою. Тихо. Ты меня не убьешь. Все отлично. Сразу подхиливаемся. Так, здесь у нас ничего нельзя отсканировать. Ну так, на всякий случай. Да давай ты. Нет. В принципе, мы с вами все сделали. Но уничтожать все смысла нет. У нас довольно-таки много элементов, поэтому добывать нам что-то еще дополнительное, ну, я считаю, бессмысленно. Так, вот здесь можно проползти? Да, скорее всего, судя по тому, что вот это можно будет разрушить. Значит, скорее всего, тут нам ползти надо будет. Да, и туда нас не пускает невидимая стена. Поэтому сразу поползем. Сейчас посмотрим, куда сможем прийти. А, то есть я не могу сюда пройти? Ну, блин, обида. Я думала, может, сейчас куда-нибудь в квартиру кому-нибудь заломимся. Было бы весело. Хотя тут, по-моему, можно было что-то там кому-то вломиться. Не помню, когда и как. Но что-то здесь такая. Очень интересная должна быть серия, в принципе. Что это за фигни такие, а? Я хочу все это дело подсканировать уже, если честно. Мне интересно.
Такс. Ну и чё, куда нам бежать? Здесь ничего нету, значит, надо прыгать туда. Чисто по логике вещей. Опять эти фигни. Стой, стой. Тебя вот так, и тебя вот так. Все отлично. Все. Так. Изикаточка у нас. Значит, что мы делаем? Мы делаем вот это и делаем вот это. Блин, попади только. Да, отлично вообще. А, и у нас вот эта штука падает. Для меня, конечно, это как-то странно. Я не знаю, возможно ли вообще такое в жизни. Мне кажется, нет. Я не знаю, есть тут электрики в комментариях, нету? Кто разбирался бы в этом деле? Потому что я, конечно, не электрик, но мне кажется, это его просто нереально сделать. В реальности. А, у нас тут теперь еще и двери можно будет открывать. Блин, я боялась, что будет переход на какую-то новую локацию, что мы что-нибудь пропустим. Так, это у нас концепт-арт. Да, я знаю, что вам на записи это все дело не видно, поэтому я буду говорить. Но мне по-другому никак. Когда-нибудь я куплю себе нормальный монитор, чтобы обрезать запись не приходилось. Но это только... только потом. Так, сейчас посмотрим, куда нас там опустят. Так, мы приехали вниз. Значит, куда мы теперь можем пойти? Пойти мы можем только сюда. И тут у нас... тут у нас опять какая-то разруха и хаос. Так, стой, стой, стой. Я посмотреть хочу еще на виды. Ну, текстурки, конечно, такие. Не скажу, что прям очень красиво прорисованы, но, в принципе, неплохо. 2007 год же, чем. Так. В смысле, ты не умер? Как он не умер с одного удара? Они до этого всегда умирали. Странно так. Ну, ладно. Так, сейчас сразу уничтожаем этих фигней. Так вот. Так, ну тут, я думаю, ничего интересного, да? Но это можно поуничтожать. А туда ничего никуда, да? Ага, ясно. Где-то вот на этой локации мы должны будем еще найти такую классную перчаточку. Называется перчатка хаоса. Я думаю, это будет прикольно, потому что, насколько я помню, она такая довольно-таки интересная. Вот так вот. Так, сейчас мы туда прыгаем, короче. Прыгаем, подхиливаемся. И куда-то идем. И куда идем? Скорее всего, туда, потому что туда мы не пройдем с вами. Поэтому не падай, Вилбур. Так, где у нас тут чего? Ползи. Так, так, так. Ну, туда, 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 туда. Я не знаю, есть смысл туда идти, нет? Здесь ничего нету. На всякий случай чекнем, а то мало ли. Не, ну вроде тут ни на что не наводится. Значит, разрушить мы тут ничего не можем. То есть, как бы, никаких секретов, ничего. И здесь, скорее всего, тоже. Ну, давайте, на всякий случай, глянем тоже. Нет, тут просто лестница. Так, значит, сейчас Дима выползем. Мне кажется, возле того дома, который мы с вами видели. А, нет. Просто на улице. О, машина времени. Вот куда они ее утащили как раз. О, вот сейчас мы вот этого дядю отсканируем с вами, и надо будет с ним как-то биться, наверное. Так, сержант Муравей. Это высшая версия армейского муравья. Похоже, его живот уязвим. Ага. Не, что-то как-то не особо он уязвим, ребят. Ау! Фига себе. Парень. Парень. Парень, не надо. Оставь меня в живых. Надо разобраться, как его убивать. Ау! Он... в смысле он уязвим? Он неуязвимый. Просто видите это? Просто все отскакивает. Я не знаю. Может, я, конечно, что-то не понимаю. Здесь можно где-то пролезть, нет? Здесь нет, и там вроде как тоже нет. И что нам делать? Так, того можно тупо отсканировать только. Мы с ним больше ничего сделать не можем. А, вон что надо сделать. Все, до меня дошло. Стой. Стой, стой, стой. Вот так. И эта штука сейчас упадет на него. Вот так вот. Да, у нас пока нет достаточной силы, так скажем, чтобы его убить. О, задача готова. Что это такое у нас? It's 100 meters straight down. They must have taken it to the central hive. How am I supposed to get 100 meters underground?
catch the volcano tram? You're gonna have to dig your way in, buddy. You know, they do a lot of excavating over in the industrial district. Maybe you can find something to help over there. On my way. Что-то, если честно, я сейчас вообще ничего не поняла, о чем они там говорили. Ну окей. Так, что нам можно? Magma Industries, транзитная база города Робинсон. Так, ну давайте, наверное, домой не полетим. Полетим мы туда, наверное, попозже. А сейчас пока посмотрим, что мы можем тут поделать. Я не знаю, куда я вас вообще прикинул. This construction equipment. Would it happen to include gadgets that might be useful for, say, digging? You mean like havoc gloves? Yeah, we got those. What do you think we dig with, spoons? Havoc gloves. Sweet. If I clear out those ants, will you let me have a pair? Kidding? You want me to just hand over some highly destructive excavating machinery to a kid? Okay, it's a deal. You get those ants out of my warehouse, and the havoc gloves are yours. Странно, по идее, она говорит перчатка хаоса. Почему ее переводят на русский перчатка хавок, я не понимаю. Или может типа в прикол, что как старый человек. Не знаю, как это работает на логике разработчиков. Тихо. Как-то надо по ним попасть. Стоять. Падай. Стой. Падай. Так, вот так. Вот так. Только не бей меня, не бей меня. Нет, ты не зарежешь меня. Я тебе не дамся. Так, стой. Блин, я не то сделала, я не хотела это тыкать, нет. Стой, вот так. И сейчас еще вот так вот сверху. Зарядов вообще по нулям. Я не знаю, надо, наверное, как-то вот так сделать, я так думаю. Давайте попробуем. А, только цели-то нельзя сразу. Сейчас посмотрим, конечно, что тут можно вообще делать. Это до меня не достает все равно, так что можно. Можно пробовать все свои силы. Так, они тут по цветам, вот смотрите. Так, ну и чё, ну давайте добежим до подхила. Сейчас зарядим нашу перчатку. И посмотрим, что из этого мы можем сделать. Я уверена, что что-то тут как-то тоже на логику какая-то опять фигня. Так, этих мы ребяток убиваем. И смотрим, куда мы можем пойти. Мы, в принципе, можем пойти с вами наверх. Давайте сходим наверх. Может, там что-то другое, как бы. Может, я ошибаюсь, потому что я не помню прохождение, честно. То есть, как бы, я помню сами локации, чего-то тут, что куда-то можно. И какие приблизительно будут уровни, это я помню. А вот как их проходить, я не помню абсолютно. Так, сейчас посмотрим. Так, ну это понятно. А, ну значит, сюда мы пройти не можем. Значит, нужно разбираться как раз с теми фигнями, как я и говорила. Так, ну здесь мы пройти точно не сможем никуда. И там вроде как тоже. Судя по всему, насколько могу видеть. Может, там, конечно, что-то открывается? Давайте дойдем, я вижу дверь. Не знаю, откроется она, нет. Не, она не открывается. Да? Да. Стой. Чем? А, ну это с той стороны. Нет. Стой. Подожди, только что куда-то же направлялась. Вот только что, вы же видели, что да, у меня куда-то прицел направился. А куда, я так и не поняла. Стой. Да не туда. Ай. Вредный здесь очень прицел, прям вот до безумия вредный. Прям вот раздражает. Да поверни же ты туда, он только что же сам показал. Я не знаю, короче, это как-то внутри, наверное, двери. Потому что... Нифига ты прыгать, парень. Ты меня пугаешь. Так, вот так. С этим делом мы расправились. Но что-то я чувствую, маленько сейчас потуплю еще. Че это, как это, куда это? С этим что надо делать? Это надо сканировать, фига себе. Кто мог подумать, что мусор надо сканировать. А, там печать! Все, ясно, короче. Здесь что? Че это за котлы? С ними что-то тоже надо будет делать? А, их тоже отсканировать. Стой, сканируй. А, ну это Джулия.
Ладно, ладно, ладно. Окей. Так, я так думаю, нам надо опять же зарядиться, а там уже думать дальше. Что-то там показывалось, если кто заметил сверху, там что-то было. Так, ну давайте будем пробовать по секциям, что ли. Так, допустим. А, ну, наверное, надо запомнить тупо. Так, я видела вон там вот зелененький. Сейчас посмотрим, где еще появится зелененький. Так, вот это, вот это и вот это. Все, я запомнила, где зеленый. Давайте еще глянем вот так. Ага. Все, значит, зеленые только вот эти три. Вот так. Вот. Да, я была права. Так нам, собственно, сделать и нужно. Значит, по цветам. Тихо-тихо, не руби меня только. Сейчас, значит, зарядим перчатку, глянем секретик и идем дальше, значит, так же делать. В принципе, довольно-таки несложно, но мне кажется, для ребенка тяжеловато. Все равно, ребенку точно надо было бы подумать подольше. Потому что я помню, что мелкая я долго это проходила. В принципе, саму игру я мелкая долго проходила, прям очень. Но мне нравилось, в принципе, такая прикольная игра сама по себе. Так, сейчас посмотрим, где красный, потому что красный я не запоминала. Так, у нас красный вон там вижу. А здесь по вот этим... А, она сама поднялась. Не знаю, что я сделала, но она поднялась сама. И, то есть, как бы мы с вами еще не открыли там дверь, мы потом спустимся туда, это я вам обещаю. Потому что, ну, это было бы несправедливо. Там тоже должен быть какой-то секрет, я не знаю, может быть концепт-арт, может быть еще что-то, и поэтому открыть его надо по-любому. Что-то кто-то везде появляется, прям как-то жутковато. Так, и здесь вот так, да? Открывайся. Берем перчатки. Вот они, как раз те самые перчатки хаоса. Главный режим посылает звуковую волну, которая отбрасывает врагов и уничтожает некоторые объекты. Альтернативный режим попадает в землю и подземный туннель. Отпустить кнопку, чтобы выбраться из-под земли, с помощью этого потянуть рычаги или убрать врага. Так, жмите, затем удерживая, чтобы рыть. Ага. Теперь, когда у тебя есть больше, чем три устройства, ты можешь выбирать между ними. Жми Tab, чтобы войти в меню быстрой замены. Посмотри устройство, используя A и D, и нажми кнопку, на которую ты хочешь назначить данное устройство. Так. Я думаю, нам перчатка вот эта, наверное, не сильно понадобится, хотя... Да не факт, надо бы сейчас пробовать, короче, все это дело настраивать. Ой, блин. Ой, блин. Мне жутко от этого чувака, ребят. Как это делается? Это вот так? То есть он просто взрывается и типа вот? И все? Я не знаю. Я не знаю, как это работает. Не бей меня. Не бей меня, я же только учусь. Я же только, мать твою, учусь. Не надо. Парень. Парень. А? Я не знаю, как это работает, ребят. Я не знаю. Блин. Блин. Вот так? А, то есть мы тупо из-под земли вырываемся и бьем его? Вот так? А, вот оно что. Все, понятно. Короче, с двух ударов можно сделать это вот таким образом. И вот эту фигню можно раздавить, по-моему. Да. И что-то какая-то фигня прилетела. Ладно. Фигню раздавили, фигня прилетела, все нормально. Так, вот так мы с вами сделаем. Пока что. Потому что мне почему-то кажется, что та штука нам пока не очень понадобится. Да, я все буду называть штучками, фигнюльками и прочей всякой фигней. Ну, девчонка же, чё вы. Так, значит, что мы сделаем здесь? Я не знаю, как вот это вот убирается. Наверное, просто на кнопку. Да, просто на кнопку. Ну, жесткая штука, если честно. Немножко жутковато даже, как такой хиленький мальчик ходит вот с такими перчаточками огромными просто. Не знаю. Опять это жучара. Блин, не хочу с жучарой драться, но он огромный, ребят. Он просто огромный и страшный. Ладно, ползем. Капец, нет, не убивайте меня, парни. Я, конечно, понимаю, вы, парни, удалые, блин. А!
нет. Да ты еще куда? Фу, слава богу, ты не можешь до сюда дойти. Капец, вот еще в чуть-чуть, и я сдохла. Вот, прям, серьезно. Сейчас, короче, отхиливаемся. И я не знаю, надо как-то с ними драться, я не хочу. Я боюсь, ребята. Ребята, мне страшно. А, нет. Нет. А, капец. Капец, просто полный. Я не знаю, как я буду учиться, блин, пользоваться этой хренью. Они вдавили меня в землю, вы понимаете? Вы понимаете, что они вдавили меня в грёбаную землю просто? Я не знаю, как с ними бороться, мне страшно. Да, блин, они же меня сейчас изобьют, как гопники в падике. Нет! Нет, ребят. Блин, я не знаю, это сложно. Это очень сложно. Отлично. Вот просто, я не знаю, это третья вроде попытка была, но это просто пипец как сложно. Вот этих штук, по-моему, надо убивать. Стой. Как-то их можно славливать, короче, давить, и что-то с них будет. Вот я не помню, что, но, по-моему, давить их надо. Блин, эти божьи коровки, они еще убегают. Да не убегай ты, ну пожалуйста. Эй. Ладно, вредина. Так, стой. Значит, что мы делаем? Мы наводим, я сказала. Так, здесь у нас что вообще? Куда? А, вот так. Так, и вот так. Вот, отлично, открыли дверцу. Но там что-то, походу, пусто, зря я старалась. Ладно, сейчас посмотрим. Ну, по-моему, там просто какие-то ведра. Какие-то странные, непонятные штуки. Да, мы сейчас, кстати, с вами еще вон туда залезем. Тут надо будет лазить везде с этой перчаткой. Потому что вещь хорошая, собственно. Так, ну и что у нас тут? Ну тут у нас, в принципе, ничего нужного особо, поэтому... Ну они тут тупо, да, вот эти штуки уничтожаются и все. Ладно, давайте слазим вот сюда вот. Я думаю, оно того стоит. Так, на спейс. Вот она, эта штука. Она меня раздражает, с одной стороны, потому что это иногда бывает сложно. Тихо. Вот тут надо будет успевать со всеми этими камушками, думать, куда-то чего ползти. С одной стороны интересно, с другой стороны надоедает. Да, этого слишком много, но мы с вами все пройдем, я так думаю. Потому что оно того стоит. Такс, потащили. Но первые уровни не должны быть особо сложными. Зато за вот эти, кстати, все штуки дают какие-нибудь там полезные бонусы. Поэтому лазить сюда, в принципе, необходимо, по сути. О, задание. Volcanic rubble has blocked my ice cream shop. My strength is flagging. Whoa, this is serious. Stand back, everyone. Он хотел сказать, я так думаю. Как-то странно здесь, конечно, диалоги сделаны. То есть как бы они не всегда до конца реализованы. Так, и чё, куда? Сюда, что ли? Да. Так, ты можешь осуществлять подкоп под некоторые преграды с помощью перчаток хаоса. Ага, ты автоматически... Так, все, я поняла, ребят. Так, вот так вот. И вот так вот, отлично. И что это? Это типа... А, просто двери открылись. Ну ладно, хорошо. Хорошо, ребят. Так, еще 29 штук, да, я так понимаю? А, вон там опять этот парень. Ой, блин. А чё они по двое? Чего по двое, как гопники? Стой. Да стой же ты, ёшкин шкорень. Фу. Ненавижу муравьев.
Блин, а вот под этого-то надо копать, по идее. Я не знаю, оттуда-то мы его никак не убьем. Если только он сейчас как-то слезет. А, я даже поняла, как он слезет. Вот таким вот образом. Сейчас надо будет копать под него. Тихо, тихо, ты меня не убьешь. Я уже знаю, как с тобой бороться. На, вот тебе. Вот эти штуки. Вот потом они нам что-то дадут. Я почему-то в этом уверена. Не знаю почему, но мне так кажется. Поэтому мы с вами это будем дело собирать. Так, тихо, тихо, тихо. Не злитесь, ребятки. Ребятушки мои дорогие. Так, вот этих троих нам надо будет убить. Это понятно. Это и ёжику, ребят, понятно. Так, что у нас тут? Кого отпустят? А, нам отпустили вот этого. Тихо, 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 парень. Не плюйся. Вытираться долго, хотел сказать. Так. Значит, мы делаем вот так вот, делаем вот так вот, и делаем вот так вот. Я не знаю, может, я это промотаю еще все. Так, стой, это что тут у нас? А, это можно сканировать. Стой. Так. Так, отельный указатель. Это может быть очень полезным мостом через отель. Угу. Так, ну давайте слазим сюда. Сейчас будем лазить по всем этим штукам активно. Наконец-то, ребят, с 900 лохматого раза просто я прошла. Я прошла эту, блин, дебильную фигню. Это вообще нечто. Я думаю, я долго буду тупить со всеми ними. Потому что их тут будет много. И проходить, соответственно, тоже надо будет много. И то есть, как бы... Как бы это все будет очень долго. Но вам повезет, вы это посмотрите только контрольный вариант, как это нужно было сделать, и все. А мне вот не повезло, потому что, блин, проходить всю эту тему сложнее. Так, проползаем, короче, туда. Сейчас посмотрим, куда мы прилезем. Здесь что-то непонятно что. Так, вот там, по идее, наверное, кнопка какая-нибудь. А, так, это мы туда. Туда мы пока не пойдем. Сейчас мы сначала закончим с этим заданием. А потом будем бегать. Перчатка хаоса везде и всюду. Так, а я не понимаю, где кнопка, ребят. Вы видите кнопку? Давайте поможем Яне путешественнице найти кнопку. Так, а где может быть? Так, стоять. Я вот тут хочу посмотреть. Ау, зачем ты попал в меня, сволочь?
связная башня муравьев. Коммуникационная башня находится в центре активности муравьев в старом городе. Она координирует муравьев с ульем. Фига себе. А ее можно будет как-то разрушить или нет? Нет, ее только сканировать. Так, сладушки. Так, сейчас подхилимся. И надо найти кнопку. А, вон она, эта кнопка. Да, нифига, они ее далеко уперли. Так, сейчас эти наши пацаны сваливаются. Тихо, не бей меня. Полегче, парень, с плевками. Тихо, 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 мальчик мой. Я тебя сейчас все равно убью. Держи. Банч. Чё там, ребятки с мороженым? Да, все довольны, все круто. Давайте зайдем к нему, спросим, может, что надо еще. И будем еще по этим перчаточкам шариться. Что у нас тут может быть? Так, я вот что-то смотрю, только пока не вижу, где эта лавка. Может, я что-то пропустила. По-любому опять что-нибудь не увидела. Сейчас посмотрим, где была эта лавочка. Где-то, мне кажется, на той стороне. Так, ну здесь нету. Вроде как. Да, тут нету. Значит, а, вот она, ну здесь она, по идее. Смотрим. Truly the greatest hero that I've met all week. Yeah, thanks. Well, gotta run. Wait, while you were clearing the rubble, I heard there are children trapped in the lava at the old orphanage. What? And the worst part is, they're completely without ice cream. You've got to save them. Use the protectosphere. Oh, это нам сейчас еще туда, в недра земли, спускаться. Так, ну давайте мы перед недрами земли полазим вот по вот этим штукам. Ай, конечно же, сейчас будет опять же ускорение. О-о-о, все, это весело, ребят. Сейчас будет веселье. Отлично. Ай, концепт-арт. Чего не сделаешь же эти дебильные концепт-арты, серьезно. Так, значит, сейчас мы еще куда? Сейчас там еще, по-моему, одна была, если не ошибаюсь. Сейчас посмотрим. Надо все смотреть, фигли делать. А, вот здесь еще. Вот тут вот. О май гад. Просто о май гад. Короче, ребят, надо просто меньше париться. Я столько просто
лишних движений сейчас сделала, что это капец. Все было так просто, я думала, что там надо какие-то еще дополнительные загадки, что-то еще там решить. В итоге там ничего не надо было нигде решать, все гораздо проще. Короче, ребят, вам такой совет. Относитесь к жизни проще. И реально, и тогда все будет прям офигительно. Ну, это просто капец. Я не знаю. Я, видать, очень сильно люблю заморачиваться, потому что, блин, я очень долго думала над этой фигней. Тут уже, наверное, минут 5-10 прошло точно. Не знаю, сколько мне придется всего понавырезать. Это, конечно, тоже будет не весело, ну ладно. Не суть, значит, сейчас мы с вами куда идем? По идее, в люк нам надо с вами. Сейчас я еще гляну, ничего ли мы с вами не пропустили? Вроде нет, тут мы были в этой штуке. Поэтому нам сейчас с вами прямая дорога вниз. По этому люку. Сейчас увидим, куда придем. Мне не нравится такая камера, ничего не видно абсолютно. О, боже. Ребят, мы сейчас опять побежим. Опять бежать в этом дебильном, мать его, шарике. О, я даже так это все сделала. Окей. Окей, Уилбур. Уилбур, ты сможешь? Наконец-то, просто наконец-то закончился этот дебильный уровень. Вот прям это, наверное, одно из моих самых нелюбимых вот после вот этой перчатки хаоса. Это прям вообще... Прям не очень серьезно. Так, давай сканировать тебя. Хэнди. Хэнди обожает воздушные авто и байки, и он обожает о них говорить. Настоящее имя Хэнди... Хедельдорф Хендлсмит. Господи, ужасное имя. Однако сам сирота... Сами сироты, наверное, называют его просто Хэнди. Блин, ужасный перевод, ну да ладно, это не моя вина. Так, Джонатан. Джонатан обожает чемпиона чарджбола и норвежскую мифологию. Он боится призраков и девушек. Бедолага. Вам сейчас у половины парней нашего времени, блин, боязнь девушек. Бекон. Бекон ужасно пахнет, бекон гордится тем фактом, что он грязнее, чем прочие сироты. Бекон обожает бекон. Логично. Так, а вот это, по-моему, похоже на нашу мамочку в детстве, типа. Угу. Вот о чем я вам говорю, есть солдатик. Камила говорит о скучных вещах, об эргономике и о том, как важно иметь Что это? Я не знаю, что это такое, ну ладно. Иногда она рассказывает истории об отпуске, и как однажды, если ребятам повезет, они смогут сделать то же самое. Круто, конечно. Так, что у нас тут? У нас тут новый чертеж. Так, и я так понимаю, нам сейчас этих детишек надо будет проводить через ту штуку.
Сейчас я гляну, ничего ли тут у нас нету. Нет, ничего нету. Кстати, заметила за собой, что я стала много чокать. Прям, с одной стороны, раздражает, а с другой стороны, как-то, я не знаю, даже как-то удобнее, что ли. Ладно, начинаем быструю перемотку. Тут поменьше, маленько пришлось мучиться. I thought we were goners. I'm gonna get an ice cream. Отлично, заработали дяденьки денег. Так, какое у нас теперь задание? Давайте посмотрим эти миссии. Так, пройти через магазин с мороженым и найти вход в улей. Угу. Так, ну здесь мы с вами все исследовали, поэтому пойдемте в улей. Мы эту локацию с вами дойдем до конца, я так думаю. Оно того стоит. Так, и тут у нас... А, мы в улей автоматически попали, ну ладно. Ну и улей, естественно, тоже пройдем как бы полностью. Давайте вот сканируем. Мелвин. Мелвин работает швейцаром у королевы муравьев, поскольку муравьи соскучились по воине со Стэнли. Мелвин охраняет, ремонтирует улей. Ему действительно нужен выходной. Он часто застряет из-за живота. Застревает, наверное. Ну, ладно. Sure, but what's with the ant costume? Yeah, it comes with the job. I need your help for a minute. I'd love to, but gosh, I haven't seen any picnics. Oh yeah, hilarious. I haven't heard that one before. Can you stop laughing for a minute so I can explain? Sorry. What do you need? Yeah, I accidentally locked myself out of the hive. That happens to everyone. Hey, you think you could find a way past the energy field and shut it down for me? No worries, I'm on it. Так, значит, сейчас мы с вами побегаем. О, смотрите, какая штука. Я думаю, можно уничтожить, нет? Ух ты. И у нас тут вот эти паучки, значит, вылетают. Давайте попробуем отсканировать. Что это у нас такое? Так, эти кристаллы встречаются везде в улье, в своем естественном окружении. Животные находятся в своем укрытии, эти кристаллы обладают уникальным светом, который может каким-то образом проектироваться. Они реагируют на звуковые частоты. Ага. Вот эти жучки нам явно где-то потом пригодятся, не знаю где и как. Но буду их периодически уничтожать. Так. Значит, сейчас подхиливаемся. И идем. Я хочу прям под ним вылезти. Я не получилось. Вот. А, он умер. Да? Да. Отлично. Так, значит, что нам, куда? Сейчас посмотрим, где, какие свободные варианты есть. Как он прыгает. Так, значит, туда мы залезть не можем. Ну, окей. Сюда зайти тоже никак, да? Даже вот таким образом. Да. Там невидимая стена. Значит, что мы делаем? А мы идем вот сюда. Собственно. А, эти ребятки. Ай. Начинаем веселье. We'll be right back.
О, капец. Если долго мучиться, что-нибудь получится, называется. И опять же, просто концепт-арт. Но это нечто, ребята. Эти все уровни для меня почему-то настолько сложны, что я не знаю. Вроде бы с логикой не сильно плохо все, но все равно тяжело. Не знаю. Ребенку, мне кажется, вообще практически нереально в это играть. Так, ладно. Так. Куда мы можем идти? Здесь ничего разрушить нельзя. Окей. Что-то, кстати, видели, да? Там шел счетчик жуков. Значит, что-то мы все-таки можем делать с ними. Давайте посмотрим, что может быть. А, их можно рушить. Все ясно. Я что-то даже не подумала бы. Давайте просканируем. Парадная улья. Эта дверь опечатана от потенциальных нарушителей и открывается только Мелвином. А, ну вот зачем нам это нужно было открыть. Так, это мы убрали. А, там вон еще какая-то штука, смотри. Такой кнопкой нельзя, ну-ка. На что она реагирует? Не на что. По-моему, как-то она реагировала на что-то, я не помню на что. Это мы сейчас с вами узнаем. Я так думаю. Как-то надо его высвободить. Это факт. А вот как, я не знаю. Кого можно сканировать? Можно, да. Конвертер улья. Конвейер. Этот конвейер перевозит долговые товары в улей на хранение. Окей. Так, уберись. Жука. Жука давим. Жука. Отлично. Жука раздавили, побежали. Мне кажется, надо вон туда. Что-то с этой фигнюшкой можно делать. Я прям в этом уверена. А вот что? Отсканировать? Монолит. Это все символы, составляющие кода к монолиту 1. Угу. То есть нам сейчас надо будет какой-то код вводить. Соответственно, это, скорее всего, будет вот этот код. Так, надо его запомнить. Я раньше, помню, записывала все эти штуки, но сейчас думаю... Нет, у меня тут телефон под рукой. Давайте-ка сделаем все проще. Сейчас. Секунду. Вот. Отлично. Сейчас сразу попремся туда и посмотрим, что там можно будет сделать. Скорее всего, реально надо будет сейчас ввести вот эти все штучки. Да, там и дальше будет применена такая технология, я помню. Надо будет все это дело подбирать. Так, вот это вот так. Снизу у нас вот такой кружочек. А вот здесь вот такая штучка. Вот так вот. Да, отлично. Пойдемте с ним поболтаем, сейчас зарядимся. А, нет, все нормально. Ладно, так, стой, парень. Да не то я хочу сделать, блин, дай ты мне. Вот, отлично. Так, вот это можно сканировать по-любому. Огни улья. Огни улья помогают вырабатывать электроэнергию в подземном улье. Окей. Все. Больше ничего нельзя нигде сделать. Вроде нет. Давайте я так делаем. Да, тут ничего. Болтаем. Done. And also complete. Great. Now I can go back to my job where the thrills never stop. Say, Melvin, you don't happen to know where the Ant Queen is, do you? Yeah, she's in her throne room. As usual. Thanks. But you won't be able to get in there. I mean, you don't have the proper security clearance. Right. Look, I like you, kid. You helped me. Now I'm gonna help you. So I'll tell you what. There are these gold bugs scattered inside the hive. If you collect them all for me, I'll give you a key to the throne room. Won't you get in trouble? Let's just say I'm planning on moving on to a different employer very soon. Mm-hmm. Вот, значит, для кого нужны будут эти жучки. Только он не сказал, сколько. Что самое странное. Может быть, это где-то в задачах у нас, в миссии. Ну-ка. Собери 10 сумок золота. Увеличь силу лифтов, сканируя части монолита для расшифровки кодов. Угу, с 10 жуками. У нас 4 есть. 5. Сейчас без проблем еще донаберем. Вот от этой фигни. А, нет, все, мы тут всех разобрали на ней. Жучок. Жучок. Блин, я как ненормально ношусь за жуком. Вот, отлично. Так,
Значит, сейчас мы куда бежим? Я так думал, мы бежим сейчас вон туда, в открытую дверцу. А там посмотрим. Сейчас надо вот этого парня маленько обрадовать. Жизнь. Да, можно и так, в принципе. Тоже неплохо. Так, это мы уже сканировали. О, вон они, жуки. И вон там еще есть часть от этой головоломки. Так, делаем так. О, боже. Не, парень, я тебя не хотела. Я хотела только жучков, ты мне не нужен. Я, конечно, все понимаю. Но как-то мы сегодня с тобой не сойдемся, я так думаю. Так, а нам что, только желтые, что ли, жуки нужны? Да, походу. Синие он что-то не воспринимает. Так, давайте вот это все дело отсканируем. Тихо. Не то. А, надо свет зажечь, чтобы можно было сканировать. Окей. Так, ладно. Это, я думаю, запомню. Даже без фотика. Ну, там посмотрим, если что. Если совсем в край плохо все будет, я, конечно, еще сбегаю по фото. Так. Сюда можно пролезть? Ой, я думала, он чуть не упал. Так, значит, сюда мы идем. Идем. А, ну там надо упасть, я так думаю, да? Да, вот, тут у нас какие-то хорошие штуки. Ой, блин, не очень хороший парень. Парень, я пытаюсь по тебе подкопать. Выкопать тебя полностью. Полностью. Да куда ты не туда ползешь-то? Блин, Билбо. Чтоб тебя. Пиу. Все, отлично. Светим. Во, отлично. 10 жуков есть. Вот это мы сканируем. Угу. Да, сейчас с моей памяти, в принципе, несложно. Я помню, что там вытянутая штука, а здесь вот эта штука. Ну, не запутаюсь в штуках. Так, окей. Сейчас мы куда? Если сюда идем, то здесь что? Ой, там какой-то большой зал. Я не хочу туда идти. Мне кажется, надо сначала отдать ему все. Давайте попробуем. И тут что-то тоже какой-то зал. Я не знаю, куда сначала пойти. Давайте посмотрим по миссии. Так, ты получишь все золотые жуки. Найди Мелвина на третьем этаже улья. В смысле, на третьем этаже улья? Он что, ушел, что ли? Подожди. Он вроде там же стоял, нет? А, его уже там нет. Все, понятно. Короче, нам надо подняться, чтобы его найти. Окей. Значит, тогда мы прёмся как раз-таки вот по вот этим углам. Я не знаю, правда, куда что приведет, но думаю, разберемся. Так, а как прыгать-то через нее? А, пролезть же можно. Я чуть не подумала. Ладно. А это как? А это вот так. Здесь мы просто хлопаем. Так, а тут? А, тут, наверное, вот так, да? Да. Эй, не надо меня закрывать, ребят. Зачем? А, зачем вы оставили меня с ними? Нет. Блин. Я не хочу с ними наедине. Не оставаться, ёшкин школьный. Жучочек, блин. Паучочек. Так, что из этого можно сканировать? По-любому здесь что-то можно будет сейчас отсканировать. Ну-ка. А, вот эти все штуки. Ну давай же, ты что-то. Так, резервуар энергии. Эти баки хранят избыток энергии, выработанный ульем. А вот это... Да стой ты, вот это. Рычаг. Охрана еще никогда не была такой надежной. Наши рычаги гарантированно безопасны. Гарантированная пустота, если есть максимальный вес. Угу. Так, больше ничего, только вот эти штуки, да? Но они, я так думаю, все одинаковые, скорее всего. Да? Да, блин, давай, ты уже сканируй. Да, они все одинаковые. Ладно, побежали тогда. У нас сейчас еще один, получается, резервуар. Ну, не резервуар, а еще один вот этот рычаг. Надо будет дернуть. До конца, я думаю, не будем заряжаться, нам хватит. Так, сейчас мы вот сюда, и опять какая-нибудь фигня выползет, по-любому. Ну-ка, стойте, давайте сразу глянем, что тут где. А, там просто какая-то дырень. А, вон в ту дырень можно пойти? О, да, там как раз еще этот кот.
жуков бить, убивать, насиловать и грабить. Не знаю, что я несу. Так. Угу, и вот это. Так, ну думаю, не запутаюсь, не знаю, если честно. Буду надеяться и верить в то, что я все правильно запомнила. Ну если что, переходим, перепройдем вот это все дело. Смотрим еще раз. Да, и опять меня закрыли с жуками, по-любому, но это не пропустим. Фига он вылазит. Так вот, еще один. Поползли. Блин, не доползла. Тихо. Все. Жука убили. Открывайте мне двери. Ну там понятно, что лифт открылся. Я думаю, не будем все эти мелкие штуки смотреть. Там ежику понятно, что там что-то где-то открылось. Так, значит, здесь символы теперь. Давайте. Будем проверять на то, как, насколько у меня хорошая память. Здесь, по-моему, вот так. А здесь вот так. Да? Да, ребята, это у меня хорошая память. Поздравьте меня. Это просто замечательно. Так. И куда мы попали? Мы попали куда-то вниз, да? Если не ошибаюсь. Ай, куда ты плюешься-то так сразу? Я-то с тобой поздороваться пришла, а ты сразу плюешься. Неприличный вообще. Так. Я вот так. И вот так. Блин, вот опять менять придется по-быстрому. Ай, полегче. Кто там еще пуляется? А, еще вон та дама у нас. Вдалеке. Ау! Тебя не видела, я ж тебя убила. Так, ладно, думаем еще. Значит, вот это давайте на левую тогда кнопку. Стой. Стой. Блин, не дотягивается, это надо сверху. Сейчас подбежим туда к ней маленько. И опять же квадратная тень, видели, да? Вообще. Так, и где она? Где эта дама? Сердце моего. Я что-то ее не видела. А, вот она, где она. Застряла в текстурах немножко. Тихо-тихо. Полегче, мадам. Я дам вам 100 грамм. Так, и что-то она, по-моему, там самоубилась немножко. Так, вот это все мы дело сканируем. Ага. Так, это у нас правая часть вот такая. Окей. Ну что-то я маленько верю в свою память. Не знаю, я поначалу думала, что у меня вообще ничего не получится запомнить, но сейчас вроде нормально. Ладно, посмотрим. Думаю, разберусь. Так, значит, что у нас там? Эта дама самоуничтожилась? Да, отлично. Делаем вот так вот, делаем вот так вот и вот так вот еще. Все хорошо, все отлично. Что-то эта фигня в воздухе зависла. А, вот у нас тут чемоданчик. И что в нем? Ну, в нем чертеж. Какой-то новый чертеж. И туда можно проползти, да, я так понимаю? Нет, нельзя. Ладушки. И что, куда мы тогда с вами побежим? Много вариантов есть. Так, наверх мы ходили. Надо, наверное, будет сейчас пойти еще куда-нибудь туда. Или сюда, я не знаю. Я не знаю, куда лучше сходить. Давайте сюда. А, ну тут надо будет это, поменять ее. На вот это. Стой, вылазь, вылазь и беги. Молодец. Ну-ка, вот это нельзя вот так уничтожить? Нет. Так, ну давайте еще заменим тогда сразу на вот это. Правую кнопку мыши. Так. Ну и побежали, побежали. Побежали, блин. Ой, нифига она хп-то снимает. Так-то прилично вообще. Блин, эти ребятки спят. Ой, блин. Ой, блин. Надо было просто тупо пробежать. А я что-то взяла и... все испортила. Стой. Не убивай меня. Я исправлюсь, мать твою. Не убивай меня. Все, нам открылись наш секрет. Стой, тихо. Что тут у нас? Диск. Ай. Блин, ребят, хп вообще нет. Я не знаю, надо как-то идти хилиться срочно вообще.
Иначе у нас с вами все плохо будет. Потому что так буквально еще один удар от какой-нибудь вот такой вот тараканьей бякушки, и нам капец. Так, где тут подхил? Вон он, подхил. Сейчас мы пойдем до подхила и пойдем туда к лазерам опять же. Чем больше хп, тем дольше он это все дело выхиливает, конечно. Отлично. О, вон там я вижу, что-то есть, и там, скорее всего, что-то типа секрета, и там как раз эта фигня вся. Так, вниз пока прыгать точно не надо, я так думаю. Это все делает типа скрыто. А, ну тут ничего нет. Ладно. Ладно, продолжаем ползать по всяким непонятным штукам. Посмотрим, что найдем. Ребят, наконец-то. Капец, сколько времени я на это угробила просто. Это капец. Зато солдатик. Зато у нас теперь с вами есть, блин, дебильный солдатик. Ах, капец. Это просто нечто. Я не знаю, куда нам сейчас уже бежать. Я что-то вообще уже дезориентировалась, пока думала над всей этой фигней. Так, ну я так, насколько помню, нам надо куда-то из тех лазеров. Здесь что-то еще осталось с лазером, нет? Что должно быть же еще закрытое. Так, что-то мы уже по кругу побежали. Значит, походу сейчас надо будет... А, нет, вон вижу лазера. Сейчас вот сюда тогда, значит. Отлично. Так, это мы все дело отключили. Сейчас опять, поди, какая-нибудь фигня упадет. Нет? О, отлично, это радует. Так, ладно, жуков собрали. И что сейчас надо будет делать? А, сейчас надо будет пробежать как-то, я так понимаю, аккуратно. В принципе, мы можем проползти. Потому что она довольно-таки быстрая для того, чтобы просто здесь бежать. Все, мы опускаем это дело. Прыгаем под него. И еще раз прыгаем под него. Теперь прыгаем вот под этого. И еще раз под него же. Все, отлично. Что-то я сейчас за счет того, что долго проходила все вот эти уровни подземные, много молчала, что-то прям аж разучилась немножко говорить, так скажем. Так, сейчас пойди опять какая-нибудь фигня упадет, да? А, нет. Это просто она так что-то зажглась. Или что-то куда-то... Что-то как-то странно. Ну ладно. Поверим на слово, что все нормально. Единственное, я не помню уже все эти штуки, которые надо будет там набирать. Насколько я могу знать за себя. Так, вот эта фигня так еще не открылась, поэтому, наверное, надо будет что-то еще сделать. У меня почему-то есть чувство, что нам надо упасть туда вниз. Прям вот, вот в эту вот клаку вселенной. Не знаю, права я или нет. Или может надо вон туда, вон, наверное, идти. Вон к той штуке. Давайте попробуем. Да, я была права, надо было идти сюда. Так, значит, сейчас мы что делаем? А, за нас уже все сделали.
Так, парень. Парень, ты умираешь. Так, а мы с вами идем вон туда. Ну, что-то чувствую, это, конечно, будет огроменный летсплей. Может быть, даже часа на полтора, не знаю, как получится там. Насколько я в итоге нарежу все это дело. Потому что сейчас я уже много играю, наверное, часа полтора, наверное, точно. А у нас с вами еще уровень не закончился, поэтому судите сами. Так, значит, куда мы сейчас? Кто вот, блин, плюется? Я понять не могу, его не видно отсюда. А, вон, все, я тебя заметила. Я тебя заметила. Стой. Да, наведись ты. Во, отлично. Стоять. Вот так вот. Все. С одной левой, так сказать. Не то. Как тебе? Вот так. Все. Блин, опять в эту фигню. У нас выбора нет. Ладно, полезли. Вот, ну хоть что-то я впервые прошла быстро. Это, в принципе, был не самый сложный уровень по сравнению с тем, что было до этого. Так, значит, сейчас мы с вами бежим куда? Мы сейчас с вами бежим вот сюда. Бьем вот по этой фигне. И сканируем вот эту штуку. Да сканируйся ты уже. Так, и здесь у нас вытянута эта фигня. Вот я, если честно, совсем не помню, что было на остальных. Так, там мы были с вами или не были? Я не помню. А, да, были. Мы же еще потом дрались с этой фигней. Значит, там мы были, поднимаемся наверх. Ага, еще нас кто поднял? Эй, большая черепаха, подними меня. Странно, как она работает. Ну-ка, можно сканировать? Так, этот лифт позволит Мелвину получить доступ к ремонтной зоне Улья. Измеряется масса, чтобы переходить между уровнями. Подъемник. Стой, стой, стой. Что тут какие-то две фигни были. Ладно, ладно. Стой, чё? Чё тут еще было? А, вон. Что-то там как-то. Кстати, не проходили все-таки мы туда. Сейчас еще раз пройдем. Давай, 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 ползи. Что у нас тут? У нас тут пусто. Значит, я говорю, мы тут были. Все логично, в принципе. Так, а что-то тут показывалось? Стоп, это что? У меня не наводится она. Блин, туда. Стой, стой. Он сразу автоматически отводит просто. Стой. Я не знаю, как это навести туда. Она тупо, блин, не наводится. Во, отлично, наконец-то. Да, ты обнаружил скрытую дверь. Понятно. Ну, не такая уж она и скрытая, в принципе. Ладно, ладно, ребят, поперлись обратно. Как-то надо подняться, как вот только. Почему-то она не поднимает. Почему-то нас не хотят поднимать. Подземный лифт еще. Угу. Где он там подземный лифт, интересно, увидел. Я вот думаю, как нам отсюда выбраться, ребят. Что-то я как-то даже не знаю. А, там вон еще что-то есть. Я туда даже не заглядывала. Вот, наверное, поэтому нас и не поднимали. Я так думаю. Потому что мы, типа, не все нашли, а он такой, типа, ты чё, офигела? Ага. Ладно, ладно, ладно. Делаем вид, что я запомнила.
Это еще что? Ребят, у вас час он час, да? Ладно, я тогда вас трогать не буду, окей? Ну блин. Вот нафига ты проснулся? Вот иди сюда. Иди сюда. Эй. 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 Алло. Ты что, не можешь сюда пройти? Ну ты и лох. Так, две одинаковые, как я поняла, да, там было, получается, оттуда и здесь две одинаковых, и там вытянутая она еще. Если я правильно запомнила. Ну, если что, будем с вами экспериментировать. Так. Полезли. Тебя подкопали. Стоять. Бояться. Ау! Блин, не всегда у меня это удачно получается. Все. Так, мы его пробили, короче. Теперь можем топать наверх. Ты отправишь меня наверх? Отлично. Такс. Да, вот он как раз тот уступ, с которого он так не хотел подниматься. Так, а открылась нам вроде как вот эта, если не ошибаюсь. А может быть и не она. Нет, наверное, вот эта вот правильнее будет. Да, скорее всего, потому что она подпитывается. О, их там 4, что ли, было? Лол. Так, ладно, одну я помню точно. Потом две были, по-моему, вот такие. Нет, там одна была, по-моему, вот такая. И одна какая-то вот такая. Блин. ХП снимается. Ребят. Походу, мне сейчас придется отключать записи и по-быстрому смотреть, что там было прям на записи. Давайте сейчас скоро увидимся. Ура, ребята, я, короче, сейчас пересмотрела запись, в итоге разобралась. Чё, куда тыкать? Правда, звук игры у меня оказался очень тихий, но я думаю, вы меня за это простите. Там, в принципе, я думаю, будет слышно все, что нужно, но драки, я думаю, не самое страшное, если вы там не услышите, как в ладоши хлопнув. Ну, в смысле, перчатка, я имела в виду вот так. Так, а то мало ли кто меня не понял. Так, стой, 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 стой. Что нам можно сделать? А, вот с этим чуваком, то есть мы ничего не можем делать, нам надо как-то его вытащить оттуда. Оки-доки. Здесь что? А, тут можно отсканировать. Ну-ка, что это такое? Яйце-машина улья. Нужен еще один улей муравьев, чтобы выполнить твою работу. Дай 30 золотых жуков. Угу. 30 золотых жуков тебе еще дать. О, смотрите, какая штука у нас тут появилась. Так, и тут... А, ну что-то мы, в принципе, можем преобразовать. Энергии разборщика. Угу. Использовать меньше... А, ну круто, чё. Так, давайте посмотрим, что тут еще есть, что мы сможем купить когда-нибудь. Чит большой головы. Прикольно. Так, значит, мы с вами соберем вот это. Чит всех чертежей. Да, что-то мне странно, как-то я сейчас выговорила это, ну ладно. Так, и еще улучшение УР3 емкости переноски. Вот это и вот это, короче, надо будет еще сделать. Ладно, сейчас будем собирать элементы, там попутно, может, что-нибудь из этого воодушевим в жизнь. Воплотим, точнее, хотел сказать. Так, ну это мы с вами уже сканировали. Значит, мы сейчас бежим туда и разговариваем с маткой. С этой ихней. И как раз заканчиваем, потому что уже много времени. How dare you enter my throne room? Throne room? Как красиво. For the bathroom. My mistake. So if you just give me my time machine, I'll get out of your hair. No one orders me around in my hive. Not you, and definitely not Stanley. Destroy him. Мне нравятся стервозные девушки, но только голос у нее какой-то сильно вялый. Вам так не показалось? Так, как это все дело работает, надо для начала понять. Стой,
то я тебя отсканирую, парень. Так, Лейтен Вэй. Так, лейтенант Улья охраняет тронный зал от потенциальных нарушителей. Может, ты вымотнешь отпрыска наружу. Окей. Окей, сейчас посмотрим, что можем сделать. О, полегче, полегче, парень. А, вон можно еще вот туда отсканировать. Тихо. Тихо. Тихо, мой дорогой. Полегче. Сканирую. Так, королева Лизи. Королева Лизи правит ульем из подземного тронного зала. Ее шлем контроля разума подпитывается из трех источников. Вот. Хорошо, что мы с вами прочитали это дело. Так, не плюйся в меня, придурок. Так, значит, из трех каких-то там потоков она подпитывает. Значит, надо их уничтожать, соответственно. Или может его сначала? Стой, не то. Ай. Ай. Ах, вот оно что. Ау. Больно же. Блин, она меня сейчас убьет, но я поняла, как это работает. Вот так вот. Сейчас опять же. Я не знаю, правда, сколько ему надо таких ужаливаний. Че, все сначала пойди? Опять у него полное ХП по-любому. Тихо-тихо-тихо-тихо. Жарь его. Жарь его, не меня. Его. Давай. Еще разочек. Давай, 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 режь его, режь, режь, режь. Еще. А, надо давить этих жуков. Все, до меня дошло. Надо тупо их давить. И вот этого резать, парни. А, все, что ли? Что-то как-то сильно просто. А, и она теперь будет еще какой-то фигней пуляться. Ну да. Ну да, ясно. Так, стоять. Нам, скорее всего, сейчас понадобится наша перчатка. Я почему-то так думаю. Так, вот так и вот так. Отходи. И вот так. Вроде все правильно. Я не знаю. Блин, еще один такой же, ну ёшкин шкорень, а. Да, нам, скорее всего, так лучше сделать. Так, давай, 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 режь его. Хорошо. Ну, это, в принципе, изи. Ребятушки. Мои дорогие. Да тихо ты, проползи ты под него. Ой. Капец. Давай режь. Хорошо. Да, где-то с трех раз таких вот он умирает. Опять же. Поехали вновь. Так, тихо. Режь его, режь. Да как он до сих пор не лопнул, то я не понимаю. Чё он такой живучий? Вот так вот. Давай еще. Давайте, мадам, вы сможете разрезать собственного подчиненного. Я в вас верю. Да давай же ты. Чё ж ты такой есть-то? Всё, отлично. Молодец. Ну а теперь все проще. А, теперь мы просто сделаем
Вот так вот. Хорошо. А, я почти успела. Подожди. Все, круто. Только почему-то заставка пропустилась, не знаю почему и как. Ну ладно. Возможно, потом посмотрим, если что, этот видосик. Ой, ладно. Записываем все это дело. Ну что ж, ребят, всем спасибо за просмотр. Это была жуткая серия лично для меня. Не знаю, как для вас. С вами была Мисс Кэт. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Я вас всех люблю. Пока! Bye.